Доброго времени суток, к вашему вниманию iPhone XS на 64 гигабайта. Давайте начнем с минусов данного смартфона. Разбита задняя крышка, дисплей целый, имеется пиксельная полоса, которая на работоспособность абсолютно никак не влияет. Отсутствует Face ID. Отсутствует трутон. Передняя камера не работает. Фронтальная работает, но мутно. Давайте послушаем звучание динамиков. Динамики немного подсевшие. Вибромоторчик работает. Кнопки громкости работают, нажимаются отлично. В остальном телефон работает отлично. Не считая тех минусов, которые я вам перечислил. Так, сим-карту видит. Сейчас на данный момент стоит сим-карта Beeline. Давайте посмотрим емкость аккумулятора. Аккумулятор тоже пишет, что деталь неизвестна. Давайте пройдемся по ошибкам, которые выдает. Неизвестный аккумулятор и неполадка Face ID. Корпус не битый, углы целые, целиком полностью работоспособный телефон, имеющий свои определенные недостатки.